Семена бархатцев отклоненных махровых двухцветный гигант, двухцветный гигант, сеют на рассаду в защищенный грунт в марте-апреле. Цветут эти бархатцы-красавцы все лето до холодов. Сорт двухцветный гигант характеризуется крупными махровыми соцветиями, диаметром 5-6 см, темно-красной окраски с желтой каймой. Кусты высотой 30-40 см густо ветвятся и имеют форму шара. Сорт универсален для цветников любого типа и размера. Будет эффектным декоративным цветовым пятном на фоне газона, у крыльца дома или возле садовой калитки. Бархатцы отклоненные махровые двухцветный гигант – это однолетнее растение высотой 30 см. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок и может достигать до 5-6 см в диаметре. Бархатцы прекрасно используются подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания бархатцы прекрасно устроит открытый грунт. Цветок окрашен в темно-красный цвет. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.